Его называют «золотой кий Карачаева-Черкесии». Бильярдист из Карачаевска Борис Чагилов вернулся с очередной победой с первенства России среди ветеранов. Соревнования проходили в Симферополе. Умение видеть наперед, просчитывать действия соперника, только быстрые удары и слаженные действия и большой опыт позволили выиграть нашему именитому игроку. Алла Качиева подробнее. Он увлекся этой игрой еще мальчишкой. Первый бильярдный стол и кий учкуланский школьник Борис Чагилов смастерил своими руками. А шары, вытащенные из шины старой сельхозтехники, были, естественно, железными. Прошли годы. Детское увлечение Бориса Хасановича переросло в профессиональный спорт международного уровня. Бильярд укрепляет нервную систему, глазомер. Воспитание, во-первых, молодым людям дает. За профессиональным бильярдным столом Борис Чагилов уже более 50 лет. Он мастер спорта международного класса и шестикратный чемпион России. Свой профессионализм житель Карачаевска доказал в очередной раз на проходившем открытом первенстве среди ветеранов по русскому бильярду в Симферополе «Золотая лига». Организаторам мероприятия удалось собрать максимально конкурентный состав. За победу боролись сразу несколько мастеров спорта международного класса. Главный приз достался нашей республике. Борис Чагилов стал победителем, выиграв у действующего чемпиона мира Гурама Бабуладзе. Но на достигнутом он не собирается останавливаться. Борис Хасанович считает, что бильярдный спорт позволяет вырабатывать четкость и правильную координацию движений, выдержку, способность быстро принимать решения, развивает глаза мира терпение, дисциплину, находчивость и целеустремленность. Здесь немыслимая эмоция. 70 лет играю, и до сих пор мне дают стимул жизни. Я каждый день играю в бильярд, без бильярда не могу. В течение часа примерно вокруг стола километра 3-4 дает человек. Некоторым больным даже прописывает бильярд, чтобы ходить там руками туда-сюда. Борис Чагилов не только сам профессионально играет в бильярд, а учит любимому делу и подрастающее поколение. Кстати, его сын также занимается этим увлекательным видом спорта и не раз становился чемпионом. Дуплет – это удар, когда шар подкатывается к борту, отскакивает от него и затем попадает в лузу. Именно так назвал Борис Хасанович клуб в Карачаевске, в котором тренируются десятки детей. Регулярно Борис Чагилов и его единомышленники организовывают турниры и в Карачаево-Черкесии. Много чего можно сказать о нем. Очень хороший человек, порядочный. Всегда с уважением относится к своим коллегам, а также, начиная с малых детей, он со всеми находит общий язык. Так что поздравляю вас, Борис Хасанович. Желаю вам счастья, мира, добра и, конечно же, карачаевского долголетия. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.